Вот и лето прошло. Только этого мало. А мы слили бассейн. Ночью холодно стало. Да, слили бассейн, сушим. Вот и лето прошло. Только этого мало. Вот и лето прошло. Внучка школьницей стала. Завтра идем. Первый раз в первый класс. И вот эта дружная компания гуляет последний вечер. Вот так вот провели все лето. Прожила внучка у бабушки. Проиграли они вот такой вот дружной компании. А завтра в форме, с букетом. Первый раз, первый класс на день знаний. Ну, а бабушка занимается заготовками. Вот и лето прошло, только этого мало. Заготовки ведем, чтоб ничто не пропало. Буду готовить заготовочку, которую я называю лечо с кабачком. Кабачок порезан брусочком, кусочками порезаны перчики и подготовлен густой-густой томатный сок из своих помидорчиков. Так, сколько чего? Значит, 700 грамм перчика, 400 кабачков, и здесь у нас где-то 4 литра, наверное, сока. Сок будем использовать по тому, как он нам понадобится по объему. Еще нам понадобится 2 ложки соли, 2 ложки сахара, черный перец горошком, подсолнечное масло где-то грамм 600-700, то есть миллилитров 700. Ну, не полный стакан, чуть побольше полстакана. Значит, по мере того, как мы будем готовить, мы все это еще и проверим на вкус. Кабачкам добавляем перчик. Заливаем все соком. Вот добавили мы 3 литра сока. Посмотрим, может быть, еще немножечко добавим. Сейчас овощи, когда уварятся, они еще дадут свой сок и, возможно, даже будет жидковато. Ну, и так тоже будет вкусно. Ставим эту красоту на газ. Прикрываем крышечкой, смотрим, чтоб не убежало. Вот через 15 минут это все закипело. Пусть продолжает дальше кипеть. Прокипело это полчаса. Мы добавили сюда соль, сахар, перец горошком. Еще не совсем мягонько это стало. Вот кабачок должен приобрести такой стеклянный цвет. Тогда он будет готов. Продолжаем варить. Ну вот где-то минут 5-10 все это еще раз покипело. И добавляем теперь сюда масло. Масло должно тоже перекипеть. Да, во время варки нужно обязательно все это периодически помешивать, чтобы не пригорало. Вот все готово. Посмотрите, видите, кабачки стали уже такие стеклянненькие, можно сказать, мягонькие. Перец уже давно готов. Все это по баночкам, по стерилизованным. И будем закрывать крышечками, тоже стерилизованными. Крутили, завертели, получилось около 4 литров и под шубу. Для дегустации у меня тут кое-что осталось, чтобы показать, как это выглядит. Так вот, да? Так вот хорошо видно. Кабачочек, тут перчик, это дольчики. Вот очень. У меня собачонка тут ворчит. Вот, все очень вкусно, поверьте, вкусно. Кабачок такой в этом томатике. Вот сок я варила из помидор. Практически это
воловье сердце и бычье сердце. Они же такие мясистые, густые. Немножко там попались еще батяне. Поэтому сок получился очень густой. Очень вкусно. Сладенько так, приятненько. Достаточно кислоты своей помидорной. Поэтому уксус я не добавляю. Сахарочек. Ну и вот маслица, оно все как бы смягчает. Ну ладно. А на этом я заканчиваю свою дегустацию. Вкусно. А на этом я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам хороших воспоминаний о прошедшем лете. Заходите на мой канал. Еще о чем-нибудь поговорим. Что-нибудь приготовим.